Для повышения транспортной дисциплины среди водителей с 21 февраля по 2 марта на территории области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках мероприятия сотрудники полиции проверяли водителей автобусов. Особое внимание уделялось соблюдению ими правил дорожного движения, проведению технического осмотра транспорта. В результате стражами порядка пресечено более 700 нарушений, допущенных водителями пассажирского автотранспорта. Из них 76 нарушений правил маневрирования, 52 случая превышения скорости, 75 водителей автобусов пользовались смартфонами при управлении транспортом. Также выявлено 10 фактов нелегальной перевозки пассажиров водителями такси.